29 января прошло очередное заседание Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия». Вел заседание председатель партии Сергей Миронов. Члены Президиума заслушали доклад Сергея Миронова и утвердили решение о созыве 8-го съезда партии. В соответствии с повесткой дня на заседании были рассмотрены и рекомендованы кандидатуры для избрания председателями Совета региональных отделений партии в Амурской области Кирилла Зимина, в Курганской области Виктора Семенова, в Еврейской автономной области Владимира Дудина. Были рассмотрены вопросы о местных отделениях партии в Калмыкии, Архангельской области, Самарской области и городе Севастополе. На заседании было согласовано учреждение средств массовой информации, газеты «Справедливая Россия» Пермский край, регионального отделения партии в Пермском крае. Члены президиума также рассмотрели и другие текущие вопросы политической жизни партии.